Виталий, какие о себе оставил турнир впечатления Arnold Classic профессиональный? Борьба очень жесткая. На самом деле все спортсмены очень высокого уровня. Я уже говорил об этом не раз в интервью, когда меня спрашивали. Все происходит на достаточно высоком уровне. Люди выкладываются на 100%. Это, конечно, не любительский уровень. Это и элемент шоу, ты должен показать на сцене свой максимум, то, что ты можешь донести до зрителя, и в то же время ты должен зарубиться до такой степени, что, вы знаете, вот я сейчас только что приводил в пример один момент, то, что когда в любителях соревнуются, поворачиваются, допустим, спиной к зрителям, да, и начинают кричать там на эмоциях, как бы пока их никто не видит. Так вот, в профессионалах кричат, уже глядя в зал, особенно вот эта поза HP, когда все выкладываются на 100%, просто стоит такой крик, что, мне кажется, на 10 рядов вперед все это слышно, такие эмоции непередаваемые. Конечно, это оставляет такие впечатления. Декстер Джексон и Бренч Уоррен. Справедлива ли победа Декстера и действительно ли Бренч был... Справедливо, да, конечно же. Это и эстетика, и плотность мышц. Бренч, несомненно, такой пахарь, он весь в мясе. У него относительно своего роста уже развит настолько максимум своих мышечных пределов. И он очень грамотно доносит это все зрителю, это все поставлено годами. Ну, естественно, конечно, Декстер Джексон, он был на голову выше. Виталик, не могу не сделать комплимент твоей красивой супруге Мирославе, да? А в чем заключалась ее поддержка на подготовке? Не только в этой подготовке, и мы также вместе выиграли абсолютку на любительском чемпионате Arnold Classic, что нам позволило выйти, получить приглашение на профессиональные турниры, вот уже... На протяжении достаточно долгого периода она мне помогает, является моей опорой. А не тяжело вот поддерживать, потому что все-таки вид спорта очень специфичный, экстремальный. Не тяжело ли дарить себя, свое время, силы на карьеру супруга? Ну, самое главное – организация. То есть вот как у него режим, точно такой же. Я сделала себе режим, что я успеваю делать абсолютно все. Это не вызывает абсолютно никаких напрягов. Какие вот следующие старты у тебя будут ожидаемые? И действительно ли ты поставил... То есть ты поставил перед собой цель, очевидно, выступить на Олимпии в этом году? Естественно, квалификацию на Олимпию каждый спортсмен желает получить. И, несомненно, у меня есть такая цель. Но я стараюсь двигаться поэтапно, то есть делая выводы из предыдущего турнира. И вот сейчас турнир, который я поставил перед собой, он называется «Орландо Европа Шоу». Он, конечно, не такой значимый, как Arnold Classic, но, тем не менее, там будет также конкуренция профессионалов. И это будет как бы работой над нюансами, те, которые я вывел для себя по итогам прошедшего турнира. То есть я смотрел также эти фотографии, видео, сделал какие-то выводы для себя и постараюсь поработать в этом направлении. Могу пожелать только удачи от себя лично, от издания «Железный мир». И я не сомневаюсь, спасибо, что у тебя все получится, то, что вы задумали. Спасибо большое.